после закон о курении, который сейчас принят, я только за, хотя бывает грешу сама, но я за то, чтобы в публичных местах не было курящих людей. Не только в ресторанах, но, например, чтобы дети никогда и нигде не видели курящих дяденек и тетенек, потому что они с них берут пример, они уже интересуются, что это такое. Мне кажется, это очень здорово.